Привет, дорогие друзья! Если вы хотите удивить своих знакомых не только крутым фокусом, но и стильной дизайнерской колодой карт, тогда заходите в магазин Magic Store. Там вы найдете все самое необходимое для того, чтобы сделать свое выступление незабываемым для ваших зрителей. Ссылка в описании. Итак, сегодня мы рассмотрим замечательный трюк под названием Diffuse от Ллойда Барнса. Для этого трюка нам понадобится две ненужные карты, металлическая линейка, канцелярский нож, клей-карандаш, суперклей и двухсторонний скотч. Ну что, поехали! Итак, первоначально возьмите две карты. У меня это 9 черви и 2 крестика. 9 черви — это будет основная моя карта, поэтому я отложу ее в сторону. А с двумя крестиками мы будем сейчас работать. Итак, нам необходимо разрезать эту карту приблизительно посередине нашего ангела на две части. В оригинальном фокусе Ллойда Барнса он делает абсолютно ровный разрез. Но мы это сделаем немножко по-другому. Сейчас вы увидите как. Я приклеил на ту карту двухсторонний скотч и приложу к ней вторую карту. Вот таким вот образом. И сейчас проезжу ее не ровно, а буду повторять изгиб карты. Вот таким вот образом. Я думаю, будет видно на камеру. Ну что ж, давайте приступим. Итак. У нас получилась вот такая вот заготовка. Вторую же часть карты тоже выбрасывать не будем. Отклеим от нее двухсторонний скотч. Возьмем нашу основную карту. Этот небольшой кусочек намажем клеем карандашом. Намазывайте ее тщательно, чтобы не оставалось пробелов. И приклейте вот таким образом к карте. Выровняйте ее и сделайте, чтобы она максимально ровно находилась на ней. То есть, в принципе, со стороны это уже практически незаметно. Теперь перейдем к второй части нашей карты. Возьмем суперклей и намажем верхнюю часть карты. Возьмите нашу оставшуюся заготовку и сначала сравняйте ее с нашей приклеенной частью карты. Как только вы ее выровняете, можно карту опускать и приклеивать. Вот таким образом. Теперь наш гиммик уже готов. Почему я сделал его именно так? Да все очень просто. Потому что в любом положении наш разрез будет практически незаметен. Если бы мы не подклеивали на нижнюю часть кусочек карты, то у нас бы так красиво это не вышло. Ну что ж, перейдем к самому обучению. Итак, для этого фокуса нам понадобится наш гиммик, повторная карта, мы ее положим наверх колоды, и сверху прикинем нашим гиммик. Теперь просто переведите наш гиммик в середину колоды, предложите зрителю сказать стоп в любой момент, скажем, здесь, и подснимите на том месте, где у нас находится гиммик. Теперь покажите зрителю его карту, подровняйте колоду карт, пролистайте ее до середины, можно в принципе
и на самый низ ставьте гиммик короткой стороной в колоду. Вставлять необходимо таким образом, чтобы наш гиммик свободно двигался. Проведите его до верха колоды. И достаньте ее. Следующая часть фокуса делается намного проще. Положите основную карту под вашу заготовленную сверху колоды и с помощью указательного и большого пальца выдвиньте эту карту наверх в тот момент, когда будете демонстрировать карту зрителю. Вот таким вот образом. И покажите, что карта переместилась наверх колоды. Вот такой замечательный трюк. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока.